Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. И сегодня я вам расскажу о том, что такое летние прививки и как их правильно делать. Ну, для новичков скажу, для чего нужна прививка. С помощью прививки вы можете фактически любой понравившийся вам сорт иметь у себя в саду. Мало того, на одном дереве вы можете иметь несколько сортов. Прививки бывают разные, в разное время их используют и весной, и летом, и осенью. Но вот летняя прививка считается наиболее простой, и она доступна даже новичкам неопытным. Мало того, у этой прививки есть масса преимуществ. Вот вам не нужно заготавливать много черенков. Достаточно одного черенка, чтобы из него заготовить несколько глазков. Вот эти глазки мы и будем прививать сегодня к дереву. Такая прививка летняя называется прививка окулировкой. На примере яблони, одного из самых популярных деревьев в наших садах. Первое, что нужно определиться, это сроки летней прививки. Как правило, это промежуток с середины июля по середину августа. Дело в том, что в это время уже полностью вызревают пазушные почки на черенках. Ну, фактически, черенок уже вызревший, рост уже практически закончен. При этом кора на дереве достаточно легко отслаивается. Как определить, что, вот скажем, ветка готова к тому, чтобы брать с нее глазки для окулировки? Очень просто. На ней уменьшается потихонечку междоузлия, вот эти расстояния между листочками. А если сделать надрез коры, то она достаточно легко отделится от древесины. Черенкование, нарезку черенков для будущих глазков лучше всего проводить или утром до 10 утра, или наоборот вечером, после 6 вечера. И желательно, конечно, в пасмурную погоду, но ни в коем случае не в дождь. Выбирайте вот такие черенки, которые растут с южной, хорошо освещенной стороны. Вот меня вполне устраивает этот черенок, мы его и срежем. Теперь, вот из срезанного черенка мы должны удалить все листовые пластинки, но оставить вот эти вот черешки. Глазки лучше всего брать из центральной части нашего черенка. Берете очень острый нож, ну, у меня канцелярский, можно садовый использовать. Начинаете резать примерно на 1,5-2 сантиметра выше, чем ваша почка. И ведете параллельно, срезая, только не затрагивая древесину. Вот так вот. Вот примерно, что у вас должно получиться. Причем желательно, чтобы нижняя часть глазка была меньше, чем верхняя часть. Тогда он лучше приживется. Конечно, всегда стоит подстраховаться и сделать несколько таких глазков, потому что, особенно если вы неопытный садовод, не все они смогут сразу прижиться. Следующий шаг. На дереве, куда мы будем прививать эти наши глазки, мы должны сделать Т-образный разрез. Как он делается? Делаем Т-образный разрез. Сначала вертикально, параллельно, а потом поперек. Теперь аккуратно отодвигаем кору, которую мы подрезали. Мы резали только кору до древесины. Вот видите, хорошо отслаивается оно. И теперь вот в это место мы должны вставить наш глазок. Берем наш глазок и аккуратненько вставляем в это пространство. Вот так. И хорошенько сжимаем. Вот этот хвостик, который торчит внизу, мы должны аккуратно срезать, чтобы оно было вровень. Вот наша прививка готова. Вот мы прививку сделали. Но теперь вот это все место, для того, чтобы оно не высыхало и как следует держалось, нужно замотать. Для этого можно использовать целлофановую пленку, нарезать пакет узкой полосой, хотя это трудоемко. Можно купить специальную в садовом магазине. Ну, садоводы часто используют обычную изоленту. Но очень важно заматывать не липким слоем к стволу. Он здесь достаточно все-таки агрессивный. А обратной стороной она будет прекрасно держаться, но при этом совершенно не портить ваше растение. Вот так по спирали, с небольшой натяжечкой, чтобы плотно держалось, вы обматываете. Слои, конечно, должны перекрывать друг друга. Вот так доходите до нашего привитого глазка, обходите его и следующую петлю делаете уже над привитым глазком. После того, как вы полностью его обмотали в одну сторону, вы должны поменять направление движения.
и начать намотку в обратную противоположную сторону. Точно так же, обходя наш привитый глазок. Сначала подходит лента над ним, а затем уже проходит под ним. Вот таким образом у нас четко и хорошо зафиксированный получится наш привитый глазок. Все, прививка сделана. Но это еще не все. Дело в том, что в этом году летняя прививка расти не пойдет. Она тронется в рост только следующей весной. Но тем не менее, уже через 2-3 недели вы поймете, прижилась она у вас или нет. Как это определить? Мы специально оставили вот этот хвостик. Вот если этот хвостик через 2-3 недели вы прикоснетесь, он отпал, ваша прививка прижилась. Если же он почернел и остается, продолжает оставаться здесь на стволе, значит, скорее всего, вы что-то сделали не так, и вам это нужно повторить. Как ухаживать за такой прививкой, часто спрашивают. В принципе, ухода никакого особого нет. Единственное, если вы сделали ее с южной стороны вашего дерева, то желательно на вот эти 2-3 недели ближайших каким-то образом притянить, чтобы солнечные лучи сюда не пекли постоянно. Ну и когда она уже тронется в рост на следующий год, вот эту часть ветки, куда вы ее прививали, стоит обрезать, но обрезайте не непосредственно над прививкой, а оставив такой пенечек своеобразный. Для чего? Когда веточка пойдет в рост, она легко может отломаться. Ну, птичка на нее сядет, ветер сильный задует. Поэтому эту веточку можно будет к этому пенечку привязать и зафиксировать. И первый год, первые два года она будет служить как бы дополнительной опорой. Потом вы уже можете удалить туда, куда вам нужно. Итак, сегодня я вам рассказал о том, как сделать летнюю прививку способом окулировки. Вот свои первые прививки я делал именно так. Поэтому, повторюсь, это под силу даже начинающим садоводам. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а лучше подписывайтесь на наш видеоканал на YouTube. Удачных вам прививок!